Два друга встречаются, анекдот, короче. Два друга встречаются, один другому говорит: ты что такой грустный? Он говорит: да блин, поставил, говорит, на пол ноутбук свой, MacBook свой новый. Он говорит: ты что? Бабушка у меня старенькая, она подумала, что это весы, ну и встала на MacBook. Он говорит: ты что? Говорит: ну что, ну что? 240 тысяч рублей бабушка весит. Смотрите, где я сегодня. Это крутейший музей в Стамбуле. Здесь все от автомобилей. Могу показать вам даже. Сейчас просто смотрите, зайдем сейчас. Разверну камеру. Вон кошак бежит. Вон тут какая красота. И далее. Но полностью видео по всем автомобилям. Вообще по всем. Вы можете посмотреть в другом видео. Все, пока. Анекдот от баклажана, ба-ба-ба. Анекдот от баклажана, вау-вау-вау. Анекдот от баклажана, yeah. Анекдот от баклажана, баклажана. Спасибо вам огромное, Вячеслав Мясников, сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.